Транспортная инфраструктура Анапы полностью готова к увеличению потока туристов в курортный сезон. Об этом рассказал заместитель начальника полиции Анапского линейного отдела МВД России по транспорту Артур Шакаров. По его словам, полицейские протестировали системы видеонаблюдения, а также записи и хранение изображения. Окрестности железнодорожного вокзала, аэропорта и морского вокзала проверили кинологи. После этого ситуацию там взяли под полный контроль. Плотность снарядов была увеличена на четверть. В руководстве транспортной полиции отмечают, что в период курортного сезона штат полиции планируется задействовать на 100%. Сотрудников просят не брать отпуска с момента начала активной фазы, которая начнется 1 июня. Полицейские ожидают увеличения турпотока на треть или даже более. 4 анапчанина отправятся на усиление в порт Кавказ. Как отметил председатель общественного совета при окружной транспортной полиции Георгий Шауро, работа на Керченской переправе достаточно напряженная. В целом же впечатление о готовности анапских транспортных полицейских у него сложилось положительное. По порту Кавказ вы не были, мы там были, посмотрели. Но нужно понимать, что там нужно коэффициент полиции. Вот даже если в курортный сезон, то, думаю, хотя бы день за два служит. Потому что условия, инфраструктура, все давно забыты где. У каждого мнение, мое может быть объективное, мое может быть субъективное, диктаторства нет. По стойке смирно не надо вставать, говорит, так точно есть. Есть два мнения, одно ваше, второе неверное. Но мое мнение, оно, в принципе, очень положительный отпечаток дало. Очень, ну, будем говорить, видно.